Наполнить детские спортивные секции юными ульяновцами. Такую задачу поставили в региональном олимпийском совете. И совместно с областной федерацией бокса запустили акцию «Весенний призыв». Ее суть проста. Мастер-классы для детсадовцев проводят ведущие спортсмены федерации. Это мероприятие мы проводим для того, чтобы привлечь детей к массовому спорту, в частности, к здоровому образу жизни. Право запустить проект досталось воспитанникам детского сада «Гномик» в железнодорожном районе Ульяновска. Три группы старшего и подготовительного возраста. Около 30 мальчишек и девчонок с одной стороны, шестеро ведущих боксеров федерации с другой. Перед началом традиционная утренняя гимнастика и короткий диалог в формате «Вопрос-ответ». Это очень интересно, захватывающе. Детям очень понравилось. Я думаю, что они обязательно родителям об этом расскажут. И я надеюсь, что это будет дальнейший какой-то толчок, может быть, для занятий для кого-то из ребят. Но самый большой отклик у участников мастер-класса в его практической части, когда мальчишкам и девчонкам разрешают надеть настоящие боксерские перчатки и попробовать бить по лапам. Немногочисленные родители наверняка уже представляют своих чад олимпийскими чемпионами. Ну, отлично, нужно больше проводить таких встреч. Я думаю, что это огромная польза для малышей. Апперкот и джеб, хук и короткий прямой. Название этих боксерских ударов для детсадовцев пока в диковинку. Но не исключено, что кто-то из них уже в ближайшие дни запишется в секцию бокса. И даже если таковых окажется всего пару человек, организаторы весеннего призыва будут считать, что затеяли акцию не зря и обязательно продолжат ее в начале следующего учебного года, заменив название на осенний призыв. Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды.